Всем привет! Мы едем на пикник сегодня делать шашлычки. Ну, здравствуйте, скажи. Привет. Ну, подумай, что ты разговаривать не умеешь. Привет, ребята, Соня, я Кимакар. Кимакар. Алиса. Меля, тоже повернись к нам. Скажи привет. Сейчас мы ждем Сашу и поедем. Карточку забыли, а у Саши в телефон встроена оплата. Бабушка не знает, как сделать. В общем, знаете, у нас газ тоже подорожал. Сейчас мы заправились на 52 тысячи вон, полный бак. Раньше 45 тысяч, по-моему, стоил полный бак. В общем, топливо в Корее тоже подорожало. Мы приехали. Амелия раскладывается. Я кормлю Алису. Уже приехала Раха с дочкой, с мужем. Алиса не спит. Ветрено. И солнечно сегодня. Макар еще вон он на качели качается. Стало больше. В общем, мясо мы уже пожарили, снимать я не могла, потому что ветрено, мне пришлось в машине сидеть, Алису кормить. Бегала между коляской, машиной и мангалом. Сейчас дети жарят. Эрика, что ж имеет? Дым, дым. Мама, дым. Еще одна порция шашлычка. Мама, хочу идет на ягоды, а вот это уйдет вниз, да? Да. Очень. Вкусный шашлык. Осторожно. Слишком близко не подходи, горячо. Вот к нам приехал гость Джино. Да? Твой родной брат? Нет, мама тебе еще не родила родного братишку. Это Тингу. Это тетя Юлин сын. Джино. Да. Может быть, можно выключить? Или будете играться с пузырьками? У меня вот такая петушка. Обрадовался. Это папа. Папа. Говорю, посмотри, говорю. Отойди. Да, отойди. Вау. Такой ветер, что смотрите, как вертушка. Как сумасшедшая. Крутится. Вместе погуляй, Макар. Алиса наша спит. Сидят, общаются. Дети там играются, он бегает. Вон там Амелия, Макар и Вика. Собачка там, Макар. Не надо. Детки, собачка приехали. Друга позови тоже. Нет, друг приехал. Магазин? Сейчас нет, там стеночки. Тогда с собой.
мясо. С собой мясо. Нам Юлин муж привез палаточку. Ура! Теперь дети смогут там сидеть. Макар, помогаешь? Помогай. Двумя руками, Макар. Угу. Вот где крючок, ага. Где петелька. Вот. И в землю. Вот, молодец. Классно, у нас есть пол. Нам надо купить. Страшный у нас. Ура! Вот здесь тепленько, есть меты? Постелите, чтобы дети сюда. Да, давай сейчас. Меты. Ой, Макар, как... Настя, Настя, давай этот мат туда в палатку занесем и там сидите, там тепло. Хорошо? Давай. Во, все, всех детей засунули сюда, в палатку. Хорошо вам, тепло? Тимо, помогите. Куртку, давай, иди сюда. Давай. Вот эти кабачки очень вкусные на гриле. А сало есть? Копченое сало есть? Сало есть? Кто? У сала есть? Или сало не едят? Что, Эрика? Эрика, скажите нам тост. Да, нет, ты попадешь в тренды Ютуба, давай. Макар, не жадничай. Чем вы заняты? Нашли, как венок печь плести? Юля принесла нам горячий кофе, и мы согрелись, а то ветер был холодный. Вот пьем кофе. Проснулись. Вот мой род, допустим, с Канбандой идет в январе. Горячо, нельзя пластмассу выложить на огонь. Она расплавится же от огня. Можно? Нет. Это только возможно. Нет, пластмассу нельзя сюда ложить. Мясо можно, овощи можно. И такое такие. Да. Выбрось уже. А где ты взял это? Бегает всякое, собирает. Давай, нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, мама говорит. Давай, иди играйся. Теперь моя очередь сидеть в палатке. Я Алису здесь кормлю, она проснулась. Хорошо спала, прям долго. Часа два, наверное. Вот теперь мы сидим здесь. Дети все разбежались, кто куда. Очень хорошо, уютно здесь, тепло. Хотя ветер еще есть на улице, но он уже такой теплый. Вот. Но мы от всех просто спрятались, чтобы никого не смущать. Я такая лохматая. Это все от ветра.